«Синий трактор» представляет! Так, сейчас я это все погружу, и можно будет ехать. Привет, Амням! Это груз. Меня попросили отвезти его на стройку. Хочешь посмотреть, что там лежит? Ха, ну ладно, давай посмотрим. Вообще-то мне тоже жутко интересно. Это, кажется, валики для краски. А это сами краски! Какие красивые, разноцветные! Опа! Эй, Ям-ням! Ты зачем это сделал? Здорово, Ам-ням! Я тоже хочу так попробовать. Я хочу вот эту краску, синюю. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Какие кляксы синие. Смотри, Ам-ням, это как будто бы следы от колес. Ам-ням, а давай радугу нарисуем. Розовый. Желтый. Зеленый. Синий. А теперь давай это все валиком размажем. Смотри, Ам-ням, что получится. Ого, здорово. Прямо настоящая радуга! Круто! Ам-ням! Классная радуга получилась, правда? Ага! Что? Я испачкался? Ага! А ты у нас слишком чистый какой-то! Опа! Опа! И теперь ты индеец! О, Ам-ням, я даже устал немножко. А ты? Ребята, привет. А что у вас тут произошло? Почему весь пол грязный? Привет, Мила. Да нет, он не грязный. Мы просто с красками игрались. Понятно. А вы знаете, что если эти краски высохнут, то вы их уже не отмоете? Правда, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нужно тогда скорее все вытереть здесь. Так, сначала уберем синюю краску. Она уже засохла и очень плохо стирается. Да, Мила, ты была права. Еще чуть-чуть, и эта краска бы не отмылась. Ну вы молодцы! Все отмыли, и пол теперь такой чистый. А сейчас, мне кажется, вам и самим пора принять ванную. И опа! Чтобы краска отмылась, нужно хорошенько потереть. Ну вот, Ам-ням у нас уже чистый. А теперь твоя очередь мыться, трактор. Ну вот, мы снова чистые. А теперь нужно собирать краски, валики и везти их на стройку. Ведь меня там уже ждут.